получили по данным на 28 июля, полностью везде из страны решили переселить компании. Это около 200 тысяч рабочих мест. Зарплаты будут выплачивать сотрудникам ушедших фирм. У крупных международных корпораций России были свои поставщики на смежные производства. Давайте возьмем ту же самую Киев. В компании было 15 тысяч человек. И еще у них были 4 собственные фабрики и около 20 партнеров, которые производили мебель. Например, фабрика в Коврове выпускала для Икеи мебель. Черт, мне нужно залезть. После закрытия шведских магазинов в простой были отправлены 600 человек. А так, всем доброе утро. Время 3 часа дня, я проснулась. Все нормально. Тех специалистов, которые работают на предприятии. Блин, у меня заряжается телефон, я не знаю, куда его поставить. Ну, в Уидо у нее тоже так же спалось, но... Что-что? В Уидо перестановки так же спалось, но... Сейчас тоже, Паша. Да, Паша, давайте в спальне Нам Полина завтра готовила. Мы тут на all-inclusive. Это завтра обед. Завтра обед. Что? Черт, я не знаю, как поставить телефон, потому что у меня он разрядился. Ладно, буду. Блин. Черт, вы все время падаете. Кто-то ездит шопиться в другие страны, кто-то заказывает. Ладно, придется выключить пока на секундочку. Так, идемте. Нет. Вот такая тусовка. Все, видите, делами заняты. Ладно, буду сейчас есть, поэтому я выключу фильтры, вот. Вы же любите без фильтров, пожалуйста. Только я опять жру, мне надо только писать, что я опять всех не уважаю. Чем занимаемся после проекта? Работаем, музыку делаем, отдыхаем, спим. Я хочу брекеты, но нужно на них заработать. Давайте не будем о грустном говорить. Реснички, да у меня все еще свыпали реснички. Я делал кошачий эффект. На доме бам вообще ни рубля не накопили, честно говоря. Это огромный минус. Мы не знали, что они смогут уйти, и поэтому не копили. Тем более на свадьбу очень много потратили. Сами сотрудники называли атмосферу в компании семейной, где не было иерархии, а руководители часто могли работать в зале или на кассе. Границы между начальником и подчиненным, они очень часто размывались, и самой структурой управления. Ну вот, непонятно, куда тратили. Даже руководитель в какой-то момент так и не накопили. Кстати, надеть вот эту желтенькую формочку. Свадебное путешествие пока нет, пока нужно работать. Если ты общаешься, ты, у меня есть кредит. Никаких поклонов. Плюс нужно иметь на черный день средства. Каждый сотрудник Икеи может бесплатно изучать английский язык, питаться в столовой за 30-50 рублей, покупать мебель со скидкой 15% и рассчитывать... Ну, мы так поняли, что дом 2 меня полностью состав. Конкуренция, она очень важна для развития любого рынка, поэтому другим компаниям
выбор, его пойти работать в Икею или пойти работать, не знаю, на помещение в российскую компанию. Женя в музыке. Если российская компания может предоставить ему такие же условия, да, то он просто не пойдет туда работать. А чтобы регулировать заказы, я вот пока в блогерской деятельности. Приводится подтягивать свой уровень. Поэтому нужно понимать, что крупные международные компании, они оказывали сильное влияние на весь рынок труда. Вообще хотим на Бали улететь. А вообще на весь рынок труда, в том регионе, где они были представлены. Очень интересная история, которая где не впечатлена России, это программа повышенного пенсионного страхования. То есть, если ты в течение года работал нормально, компания резервирует сумму, которая направляет на накопительную часть твоей пенсии. Таким образом, формирует ответ пенсионный фонд. Международные компании также отличаются высокими стандартами качества. Кто-то их попросили тоже уйти, так же, как и нас. Благодаря МИЛО в России научились делать более-менее приличные автомобили. Например, тот же Макдональдс. Детей планируем, но позже, когда станем на ноги. Там два не вернемся. Маникюр не нужно делать. Да, про дом два я слышала, мне кажется, что он скоро закроется, если честно. Да, Женя больше, чем не хотели. Ой, в Америку мы вообще с радостью. Когда-нибудь обязательно доедем, когда весь ужас закончится в мире. Дубай вообще решила А Дева все никак не попросит. Ну, он активный участник. Это очень высокий контроль качества. Привет всем. Кто оценки конкурса придумает? Либо участник, либо редактор. Спасибо большое. Почему все на Бали жить хотят? Там мне так дорого жить. Нет, там очень дешево. На самом деле, там можно виллу снимать за 18 тысяч рублей. И не нужно покупать и тратить деньги на зимнюю обувь, одежду. На осеннюю обувь, одежду, на весеннюю. Купили летние вещи, и все, и живете с кайфом. Сколько мне платили? Не могу озвучивать такие вещи. Почему мы ушли из дома 2? Потому что нас попросили уйти. Еще, конечно, у Макдональдса были тайные покупатели, то есть люди, которые со стороны нанимали. Там все по сценарию нет, там нет сценария. Приходите в Макдональдс, сделать заказ и потом отчитываться. Так вот. Ребят, на вопросы про войну я отвечать не буду. Глупо было задавать такой вопрос, как относитесь к войне. Конечно же, все плохо к этому относятся. Те же бургеры, те же вкусы, да и даже те же адреса ресторанов. Практически все поставщики Макдональдса были российские. Да, закат это вообще отдельная история. Вкусные точки, исключение только Coca-Cola и производитель кофе, которые ушли из России. Большинство сотрудников тоже удалось сохранить. То есть бургеры сейчас готовят те же... Если бы вы отказались уходить, а как мы не можем отказаться уйти? Если бы вас не попросили уйти, сколько бы еще там были? Не знаю, мы как бы собирались уходить, но срок не обговаривали. Хотели слетать осенью на путешествие, вот, потом начать копить, и, может быть, где-нибудь в зиме бы ушли. На Кентек Сквере здесь проекта. Ну, позвали нас и сказали, завтра нужно будет уйти. Просто невозможно. То есть даже если бы по какой-то причине они бы расторгли контракт с производителем. Спасибо большое. А почему вам даже не дали время подготовить? Почему? Ну, потому что проект вот такой вот жестокий и суровый. Свадьбу, да, проект помогал. Все вещи добрались домой, да. На самом деле нет, мы почти что ничего не забрали, все лежит там уже не в студии. Вот, пока мы не найдем квартиру нормально. Тяжело вам за периметром финансово в целом? Нет, вообще легко, вообще просто. Ну, конечно, мы сейчас экономим, по большему счету. Вот, и так вообще классно. А Крис и Ваня, все серьезно? Да, все серьезно. Варламова смотришь, я не знаю, что там на телеке. То есть Клаву оставили, а вас попросили. Ну да, семейные пары прогнали, а вот остались веселые ребята. Сейчас на самом деле ни с кем не поддерживаю связь вообще из участников. Какой подарок на свадьбу впечатлил больше всех остальных? Да, слушайте, все в основном деньги дарили.
большой суммы. Студия же находится на территории дома 2. Студию мы забираем. Спасибо большое. С кем-то на связи с проекта нет. Какие изменения там будут? Нет, не знаю. Я сейчас слышала, что на ТНТ открывается проект, который похож на дом 2. Поэтому что-то у меня плохое предчувствие. Ермакова не работает на доме 2 больше. Артур, ну, там сложная история. Вообще, как бы руководство изначально. Но потом ему вроде бы разрешили остаться, но потом ушел. Привет, Юлечка. На ТНТ пойдете? Мы уже женатики, поэтому кто нас возьмет? Там свободных ищет. Хочу зубы поставить. Нет пока средств. Ой, они-то отдельная любовь. Нет, квартиру еще не нашли. Катя Горина, да, на проекте. Продюсер будет тот же на ТНТ? Нет, конечно, там ТНТ вообще уже отдельный канал. Сейчас, ребят, я посуду помою опять всех, подождите. Ты маленький. Ты маленький. У меня вот прическа красная сегодня. Артуру, короче, завтра стричься едут. Смотрите, у меня здорово на голове все складывается. У тебя волосы вообще быстро растут, да? Очень быстро, невероятно просто. Сторис у тебя каждые 2 недели, вот новая стрижка. Да ты чё там, блядь? Да капец, блин, я коротко был пострижен вообще на свадьбе, и вот, пожалуйста. Чего ты не был коротко? Я был очень коротко пострижен. Да, конечно же, очень. Миллиметр? Нет, он нормально пострижен. Ты вообще, он ходит просто миллиметры срезает, и поэтому так. Так вот, в моем инстаграмчике просто ворвался. Набирайте, и сразу беру я. Я, конечно, укладываю свои протесты, и у меня есть мой буквально беговой клуб. Дальше, любимая жопа, и мы... Подожди, а ты блокируешь или? Нет. Ну, типа тупых людей блокируешь? Нет, не лень. Лень тупых людей блокируешь? Да. Беговой клуб, любимая жопа, смотреть на шоп. Тренируется каждый день. А сегодня на пути все твое будущее. Мне повстречались дети. Классные волосы. Ты видишь, классные волосы. Это петушок называется. Правда, что в Питере в жилой квартире живет или жила Юлия Щеглова, бывшая участница? Нет, в Питере. Это в Москве. Это было в Москве. Она просто снимала квартиру, которую снимает Женя. Короче, я субарендой занимался. У меня есть ролики с самого марафона и о том, как я к нему готовился. Меня в свое время вдохновил мой друг Арсений, но я полгода... С какими фарами, тупое животное, блин? Что у тебя, с башкой не в порядке совсем, что ли? Ты фар тут видишь? Который сейчас закрылся, который сейчас ушел из России. Поэтому, надеюсь, это не будет реклама. Как мы с любого года, тепло, кстати, жарко. У тебя кредит? Да, блядь, это тень падает, ребята.
У меня вот эти подушечки, они, блядь, как бы они у многих есть, в принципе. Это особенность лица, блядь. Нифига. Ну что, лица не видели других людей, что ли? Маленькие. Все доказывает, что здесь. У меня, например, у моего отчима, короче, вообще вот прям такие, прям мешки прям такие мощные, прям как будто там какие-то продукты лежат. Прям реально мешки прям. Вот. Это у него такая вот как бы наследственная фигня, короче. Короче, сейчас шла вот заблокирую, подожди, пошла она нахуй, блядь, просто. Вот, все. Если у тебя есть тело, ты уже ответ, это фраза одного из основателей Nike и философии. Животное, блядь. Вообще крупные компании, тот же самый там Adidas, Nike, они вкладывали очень много. Блин, ты что, сейчас прожарка? Почему они все срут? Вы что, охуели что ли, блядь? Вообще просто. Ну же, я не буду разговаривать там. В смысле, они охуели, блядь, в смысле, блядь. Хули вы до меня доебались, блядь. Уебаны, блядь. Все, вы взяли, что мы делами не занимаемся. Вот, вот. Конечно, бомжики, безусловно. Мы просто вот такие, какие есть, выходим к вам. Это же нужно ценить. Вот мы только в душ сходили, пришли позавтракать, и вот вышли к вам. Я вот даже прическу не делал просто. А я не расчесывалась после душа. Так на проекте нельзя материться. На проекте нельзя. Здесь я могу спокойно обложить матом любое тупое животное, которое будет нести полную чушь. С Анитой недавно общались после ухода с проекта. Если вы думали, что я добряк, то вы ошибались. Ну, не добряк. Да, одноразово. Я не буду никогда лицемерить. Всегда буду говорить, как есть. Нет, еще один. Нет, да, я сейчас попробую. Ты мой самый красивый, ты мой самый любимый. Это ты. Это ты. Это ты. Ты самая красивая. Ты самая красивая. Вообще мужчине внешность не важна. Вот знаете, вот те, кто пишет про фингалы, не фингалы, там, не знаю, там, прическа не та, что-то еще. Вы понимаете, что мужчине вообще важны другие факторы совершенно? У меня вообще он идеальный. Я бы не сказал, что у меня, например, в семье мужики там красивые, например. Но что у меня они хорошие очень люди. Это вот ты красивый. Нет. Да. Я самый вообще не красивый. Очень красивый. Вообще не красивый. Очень красивый. Очень красивый. Самый красивый человек в мире. Нет. Да. Нет. Ну что ты говоришь глупости? Да, правда. Мне... Ну что ты меня лицемеришь так? Ну что ты жестко лицемерил? Нет, правда. Лицемеришь мне. Правда. Давай не очевидные лицемерные вещи такие расставлю всякие с маленькими лицемерами. Трибонька, это твоя мамаша, блядь. Ну, Женя. Я заблокирую шалаву сейчас и все, блядь. Я хороший, если меня не злить. Наигранность заблокировать нахуй. Я блокирую тупых людей. Я ненавижу тупых людей. Вот я вижу тупого человека, мне хочется ему, блядь, в ебало дать. Женя. Заблокировать. Да нет! Вот так. До свидания, нахуй. Не, надо их воспитывать, в смысле, если они сами не понимают, надо их воспитывать. Ладно, я пошла заряжать телефон, потому что мы выходим через 20 минут. Так что всем пока, может быть, зайдем еще куда-нибудь. Все, пока.